Ишалтинском районе прокуратура в судебном порядке добивается приведения дороги в местное значение в нормативное состояние. Проверкой установлено, что на автомобильной дороге село Яшалта, село Красный Маныч общей протяженностью 25 километров имеются дефекты в виде ям, выбоин, трещин в асфальтовом покрытии. На дорожном покрытии указаны автомобильной дороги протяженностью более 11 километров с гравийным и щебеночным покрытием имеются дефекты в виде выбоин, накатов и иных повреждений. Кроме того, на дороге отсутствуют горизонтальные дорожные разметки и дорожные знаки. Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Яшалтинского районного муниципального образования по устранению недостатков по содержанию дорог местного значения и возложению обязанности по устранению выявленных нарушений. Яшалтинский районный суд республики иск прокурора удовлетворил в полном объеме. Реальное устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.